С возгласами прости. Снимайся фильм, я потом. Я потом. Да. Ну хорошо. Кто еще помнит, что такое мастер? Какой вообще квадратный объектив? Ой, а кто сделал блинчики с мясом? Танечка. Ну что, мы не то слово. Давайте за хозяев. Давайте. Подождите, сначала нужно за прощение сегодня. Мы уже всех простили. Еще не всех, еще нужно Таня. Давай скажем. Ну что, все? Да, все совсем хорошие. Я говорю тоже. Очень хорошо. Говори. Мне тоже нравится. Она такая молоденькая. Очень вкусно. Такая веселенькая. Давайте это коллективная кулинарная. Вот следующий год. Очень тост, очень мудрый. Я молодец. Вот коллективная. За мужчину Спартаков. Ура! Кодик, тебя тоже нет привет. За мужчину в фартуке. Ну кто-то готовит фартуки. Серега, например, в трусах готовил, чтобы не пачкаться. Поэтому он поднял бровь. Поэтому я не знаю. Может, из-за фартука жить. Не лучше всего. У каждого вот такое вот брюхо, каждый там килограмм по 200, значит сидят пьют пиво, и один говорит, а Райзман вчера, Райзман же еврейка, Александр Райзман там с какими-то родителями, где-то детства там еще, да, он говорит, да я это кольцо там крутил, там сколько-то там, 100 раз там в юности, он за столом не помещает, и так живо обсуждали выступление Райзмана, даже остались, сидели полчаса. Александра Райзман, американская гимнастка, как раз была летняя. Пиво, а тогда это была довольно серьезная вещь, люди не видели. Я говорю, вы знаете, я должен возвращаться домой, и это будет Новый год. Что вы мне посоветуете купить? Да, мой человек. Да, за свой чек, там, с предками из Одессы. Да. Да, но при этом северный Чикаго, ну вот если там Брайтон Бич, это Бердичев там 76-й, то северный Чикаго, у меня впечатление там, это Брайтон Бич, ну это тоже там 86-й. А, ну то есть все равно, да. Ну чуть-чуть продвинули. У меня сложилось впечатление, что в Чикаго, наверное, не привыкли к этому. Нет, на Брайтоне только большая. Там интересно. Очень большая. Здесь еще исторические соседи, которые выставили из этого сайта, где их притесняли. Ой, хороший, ой, какой.